Знаєте, от в народі іноді можна зустріти такий вислів, що лівий коронний, а правий похоронний. Так от, сьогодні ми поговоримо про кікбоксинг, і у нас у гостях Ахмат Ахмедов. Вітаю, доброго ранку. Це президент Всеукраїнської федерації К1 і Олексій Мазниченко. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, президент Федерації професійного кікбоксингу України К1. Так, давайте поговоримо про те, чому саме кікбоксинг. Чому обрали цю дисципліну? Ну, наверное, каждый человек выбирает какой-то вид спорта. Mm-hmm. И так получилось, что мы с Алексеем оказались в этом виде спорта, посвятили этому, наверное, очень большое mm-hmm. время своей жизни. И в свое время занимались, выступали, а позже уже стали тренерами, руководителями федерации. И, в общем, как обычно происходит в нашей жизни. Так, тобто, якщо я правильно розумію, вас обрав кікбокс. Да, да, да. Скоріше всього, кікбоксинг знайшов нас, чим ми його знайшли. От так от, скажімо, так буде вірніше. Я зрозумів. Є така інформація, що готується епічне протистояння між Федерацією К1 і між командами професіоналів з Туреччини 11 вересня. Розкажіть докладніше, що буде відбуватися? Ну, 11 сентября пройде матчева встреча, де встретиться збірна України по К1, яку ми сформували в іюні, да, національна збірна України, з збірною Турції. Тобто, ребята, наскільки я знаю, збірна прилітає у нас сьогодні ночі, ми будемо зустрічати їх в аеропорту, як полагається, з караваєм. Клас. Да, да, найкращих да, українських традицій. Так, так, так. 11 сентября буде дуже цікаве шоу, я рекомендую его смотреть на телеканале, на который будет транслировать это все. Я думаю, Ахмат Ахметов больше расскажет немножко об этом всем. Ну, наверное, будет нужно отметить то, что действительно мы сформировали национальную сборную Украины по К1. Действительно, мы выставили национальный рейтинг бойцам там с 1 по 8 номера, и бойцы, которые себя зарекомендовали. На самом деле, в Украине за всю историю кикбоксинга Украины, а в Украине очень богатая история кикбоксинга, потому что наших бойцов украинских знают по всему миру, они выступают в разных промоушенах и самых известных промоушенах, в том числе как Глория, как К1, Япония и так далее. Поэтому нам нужно было все это собрать воедино, собрать, сформировать команду, показать, что мы действительно команда номер один. И после того, как вот в июне мы сформировали национальную сборную, вот первая матчевая встреча пройдет с командой Турции. И хотелось бы отметить, что это мировая серия, которую проводит наша федерация, Федерация профессиональных К1 Украины, где вот Алексей Анатольевич является президентом. И в течение года мы будем проводить эти матчевые встречи с командами разных стран, очень большие планы у нас. И, естественно, уже потом, наверное, будем отбирать все-таки бойцов за титульные бои, там, титул чемпиона мира среди профессионалов. То есть у нас большие планы, мы хотим соперничать с такими мировыми гигантами, как Глория и К1. Угу, я зрозумів. Ми от коли готувалися до інтерв'ю, дивилися соціальні мережі. По-перше, ну класні сторінки, там дійсно дуже цікаво. Я от вчора, коли готувався, чесно, о 20-й годині, просто дивлюсь і розумію, що в мене ж теж було спортивне минуле. І от чи є якесь вікове розмежування тих спортсменів, які можуть до вас прийти у федерацію і займатися? Чи можна там з маличку, чи з 20-30 років от приходити? Ну, смотрите, давайте обозначим то, що є любительський спорт, куди ми віддаємо дітей. Вот в этот вид спорту з 5 лет діти починають займатися кікбоксингом. Он действительно оптимально защищен, оптимально интересен. Он, його правила действительно очень удобные для того, щоб займатися этим видом спорту. Очень маленька травмоопасность, травматичность этого виду спорту. Вот. И с 5 лет діти можуть почати займатися. Это є рост спортсмена. И в любом случае, кар'єра любительського спорту, а это кар'єра, которая доводит бойца до профессионального. Так. До профессионала. И почему у нас федерации оказались любительские и профессиональные? Потому что любительская федерация будет воспитывать спортсменов, вести его от мала до, пока он станет совершеннолетним, то есть 18-20 лет парню, и он за это время может зарекомендовать себя на любительских чемпионатах Украины, Европы, мира там, и так далее, на Кубках мира. И, естественно, потом перейти в профессионале. То есть мы даем возможность расти любому желающему в любителях, а потом уже перейти в профессионале. Дело в том, что
чемпионат Украины среди любителей, он будет формировать претендентов на титул чемпиона Украины среди профессионалов. То есть у нас вот такая связка двух федераций, где мы объединяем усилия для того, чтобы открыть дорогу бойцам, дать возможность проявить себя в профессионалах. И в то же время мы же хорошо понимаем, что бойцы, которые выступают в профессионалах, они зарабатывают деньги. А при этом он может себе позволить своим любимым делом заниматься больше, дольше, усерднее. Он не будет думать о том, как там обеспечить свою семью, там, где заработать эту денежку. То есть мы даем все возможности для того, чтобы его любимое дело превратилось в его профессию. Вот, как-то так. Алексей, есть что додать? Да, что добавить? Добавить хочется самое главное, то, что все это мы делаем для того, чтобы нашим парням, украинцам, да, которые посвящают свою жизнь спорту, которые посвящают свою жизнь кикбоксингу, мы как федерация обязаны создать ему поле и систему, на котором он может развиваться, хорошо зарабатывать, развиваться как не только как спортсмен, а также как медиа-личность. Да, и поэтому мы сейчас уже с Ахматом открываем еще промоутерскую компанию, которая будет заниматься продвижением наших бойцов. То есть также мы помогаем клубам нуждающимся. Сейчас потихоньку как бы это поле полностью забираем под себя. Ну, это все, что хочется сказать. Да, нужно отметить то, что действительно мы очень большие усилия прикладываем для того, чтобы дать медийность спортсмену. Мы сотрудничаем с многими телеканалами и так далее. Вот лично на вот, предстоящий наш турнир, матчевая встреча со сборной Турции, он будет транслироваться на 120 стран мира. Ух ты! И да, мы пригласили туда Prime Fight, это платформа, которая транслирует такие основные бои по всему миру и показывает их там. У нас более 40, на 40 языках, на 120 стран мира. То есть мы работаем, мы развиваемся, и наша задача, как я уже сказал, чтобы наши бойцы, спортсмены, чемпионы, клубы, в которых они тренируются, их семьи, они были узнаваемы, они действительно стали национальными героями в этой стране. Во всяком случае, мы для этого все делаем и будем делать. От мені тут хочеться дуже продовжити, тому що я от коли займався боксом, у нас була колись така ситуація, я прийшов до нового клубу, і мені чітко сказали, ти тут новачок, тому тренуйся там. Наскільки я знаю, в вашій федерації немає розділення, що це новач, ну, там, типу, це наш спортсмен, це не наш, просто тренується. Ви всі намагаєтеся згуртувати спортсменів і зробити ось одну таку найбільшу збірну. Якими ще принципами керуєтесь у роботі? Отвечу, да. Так, конечно. Знаете, самое главное, неважно, там, сколько тебе лет, неважно, сколько тебе лет, неважно, сколько ты занимался или не занимался, если ты приходишь к нам в зал, если ты приходишь развиваться, то мы занимаемся все вместе. И Ахмат, и я лично прихожу с ребятами, занимаюсь. А если мы говорим конкретно за сборную, то есть, да, у каждого бойца есть свой тренер. То есть это как основа закрепляется. Есть там старший тренер, да, условно говоря. И вот эти тренера, у них есть тоже клубы свои, да, которые они развивают. Условно говоря, за каждым бойцом закреплен какой-то определенный клуб. И мы со своей стороны, наоборот, будем помогать развитию этих клубов, также тренеров, которые будут работать. Сейчас мы уже разрабатываем контрактную систему полностью. У наших бойцов самые высокие гонорары. Ух ты, на данный момент, да. Неочікувано. И уже в декабре мы проведем турнир мировой в Абу-Даби от нашей федерации. И со следующего года, я думаю, немножко позже мы расскажем о тех целях, которые мы поставили перед собой. Так. И, наверное, продолжу отвечать на этот вопрос. Дело в том, что вот буквально вот мы только вернулись со сборов, которые проходили в Буковеле. Так. Мы собрали туда там огромное количество бойцов. Не только первых номеров, которые будут принимать участие в матчевой встрече со сборной Турции, но и вторых и третьих номеров. И добавлю более того, Алексей Анатольевич четкую установку дает. Развиваем, помогаем тем, кто хочет заниматься, тем, кто старается заниматься. Мы туда забрали детишек маленьких. Так. Представляете, маленьких детишек, у нас есть там социальная группа, где мы бесплатно тренируем детей. Мы забрали этих детей с собой туда, оплатили им там проживание, питание, ну все, что необходимо. И эти дети просто вот смотрели на этих чемпионов. Там, представьте себе, среди 30 членов сборной нашей были там многократные чемпионы мира, Европы, у которых огромный такой рюкзак достижений. И эти детишки, когда смотрят, копируют их, учатся у них, ну это дорого
стоит. Поэтому мы даем возможность, мы знаем, что такое преемственность спорта, и мы даем возможность вот этой молодежи учиться у тех, кто уже достиг определенных там результатов и так далее. Поэтому мы развиваемся, и мы не делим там на новичков, как вы сказали, там и так далее. Хочешь поехать? Ты с нами? Ты уверен? Тебе это нужно? Мы спрашиваем. Да, поехали. А теперь давай, будь добр, 3 тренировки в день. Будешь ты проводить. Якщо я правильно зрозумів, то федерація К1 також займається благочинністю, правильно? Да, дуже много проєктів у нас. От, ну, наверное, Анатолійович лучше розкаже, яким проєктом ми займаємося. Ми зараз формуємо нові цілі, іменно в плані розвитку допомоги. Ми створили благотворительний фонд Love Power, який буде совместно з федерацією розвивати, вообще, в принципі, все, що зв'язано з спортом, допомагати. Это помощь клубам, это помощь развитию различным детям, которые хотят заниматься, это оплата курсов. То есть мы полностью берем на себя финансирование, чтобы люди могли развиваться. То есть из многодетных семей, люди, которые там малообеспеченные. То есть я считаю, что потому что мы такие же пацаны, да, как условно говоря, с улицы, которые мы знаем, что это ценно. Очень. И я думаю, что вот таким людям нужно помогать. Если люди заинтересованы в развитии, если человек хочет заниматься спортом, то наша задача сделать так, чтобы создать ему платформу, на которой он будет развиваться лучше всего. Действительно, у благотворительного фонда основная задача – это бесплатный и доступный спорт. Бесплатный и доступный спорт для всех. То есть, поэтому мы эти задачи видим, мы понимаем, как в этом направлении двигаться. Вот как мы уже сказали, у нас есть социальная группа там, бесплатный спорт. Также нашим партнерам я являются наши друзья «Вся Украина», это «Геосвя Украина», они также поддерживают наши проекты. И совместно развиваем, и вот у нас там дети, отошников, дети там беженцев, дети там, ну, которые социально нуждаются, там бабушка приводит ребенка, и мы понимаем, что у нее нет денег платить за тренировки, мы говорим, вот я тот же тренер, который тренирует и бойцов чемпионов, и вот также бесплатно детей, приведите. Ну, то есть мы открыты для всех, и, ну, это естественно, ну, это что мы совместно продвигаем, занимаемся. Очень-очень много помогает переселенцам, особенно вот это людям, ну, я сам с Горловки, с Донецкой области. Ахмат у нас Дагестан родом. И я думаю, да, вот когда два человека объединились и начали... И почали робити цей світ краще. Во благо идти, да, во благо людям формировать платформу. То есть здесь вообще, знаете, вот есть федерации, которые о деньгах. Вот мы не о деньгах. Так. Мы не о деньгах. Деньги, они сами собой формируются, они приходят, когда ты к ним готов. А вот когда ты вкладываешь социальную составляющую, когда ты вкладываешь в людей зерно, которое позволяет развитию именно спортивных навыков, формирование умственное, потому что когда ты занимаешься, допустим, кикбоксингом или боксом, допустим, у тебя сразу формируется стратегия по жизни, ты начинаешь понимать, как двигаться, куда перемещаться. Если, например, ты идешь там на удар, надо уйти, так же самое в каком-то деле, нужно где-то выждать, уйти и потом нанести удар. Поэтому мы формируем вот такую новую элиту лидеров новых поколений, да, детей. В детях мы видим будущее. И наша задача помогать этим детям, чтобы они развивались и расцветали как цветы. И добавлю то, что очень много бойцов с кикбоксинга. Давайте начнем с того, что вы, наверное, о развитии профессионального кикбоксинга в Украине очень большой пробел. Практически не было ни национальных чемпионатов по профикам, ни поясов, ничего. Мы это впервые в истории кикбоксинга в Украине раздали там пояса 6 чемпионам Украины в весовых категориях. Мы сформировали команду. Но также хочется сказать, что очень многие кикбоксеры начали переходить там в ММА. Из-за того, что нет боев. А теперь еще вот это новое движение, это кулачные бои, где действительно мне очень жалко этих бойцов. Без перчаток, где эти молодые люди ради какого-то там дешевого хайпа оставляют свои лица на этих боях. И через какое время вы понимаете, что происходит нашим лицом. От этих ударов, от этих травм. Но мне реально жалко ребята, потому что у них нету боев. И они готовы там за $200, за $300 драться. Ну, реально жалко. Мы говорим, еще раз обращаемся к тренерам. Я говорю, дорогие наши, если вы не можете в своем деле, в своем направлении, своего вида спорта достичь результата, не надо чужих детей бросать под эти кулачки, под эти, оставлять там лица свои и так далее. Поэтому мы даем возможность. У нас очень высокие гонорары. У нас практически таких гонораров практически нигде нет. Мы сегодня конкурируем, как я уже говорил, с крупными мировыми промоушенами. Поэтому и это только начало. И мы знаем, куда идем. Поэтому будем делать все для того, чтобы у нас здесь в стране развивался профессиональный спорт, чтобы наши бойцы зарабатывали, находясь здесь дома, в своих семьях. Они там выезжают в Китай или еще какую-то страну, там, пришли заработать $300-500, понимаете, о чем? Так, известно. Вот. Именно вот, исходя из этого и выстраиваем политику
федерации. Ну, ви знаєте, я в свою чергу хотів би відмітити те, що дуже класно, що у вас саме така альтруїстична позиція в плані виховання майбутнього покоління, тому що я дійсно багато чув і від знайомих, що в основному, коли ти приходиш до якоїсь секції, то перш за все це про гроші. І я радий, що у вас не так. І я б хотів би... Подождите, мені говорили, що нам все безплатно. Дивіться, це, от, ні, от, ні, от, це зараз не, не про безплатно. От лично з вас, коли ви прийдете на тренувку, я з вас візьму денег. Ну, хотів я краще, а вийшло. Так, ні, ну все, домовились. Ні, я маю на увазі, що ви робите основний саме акцент от на правильному вихованні майбутніх спортсменів. І я б хотів би зараз у Олексія уточнити. От професійні спортсмени є там перед боєм ось той момент, коли вони один на одного дивляться. І коли Олексій відповідає на запитання, ось цей видно одразу відточений професійний погляд ось цей. Це один із навиків, які люди отримують, займаючись кікбоксингом? Чи це якось по-іншому виховується? Мені ось це сподобалось дуже просто. Це внутрішній стержень. От правильно. Так, да. Который, оно ніколи не наработається. Который на протяжении да. твоєї жизни. Да. Да. І він у кожного... Заложен. Да, да. Он просто заложен. Добре, тоді тут також важливе питання. Приходить до вас, наприклад, хлопчик, ну, років 10. І як ви ну, можете розпізнати, чи є в нього внутрішній ось цей стержень, чи може він бути спортсменом, чи чогось не вистачає? Я вам розкажу случай. От вчора, так. во время тренировок, у мене є група дітей, так. 5-10 лет. Родитель подходит ко мне после тренировки и задает вопрос. Что вы скажете по ребенку? Я вот понимаю, что это настолько ну, глупый вопрос человек задает. Я говорю, извините, давайте мы потом с вами поговорим. Говорю, классный мальчик, он мне понравился. Я ему говорю. Он говорит, нет, все-таки какие перспективы у него? Я говорю, извините, я занят. Я пытаюсь ему объяснить, что он задает действительно ну, неправильный вопрос. Он не тактичный вопрос. Понимаете, любого ребенка приведите в зал. Так. Дайте ему системность, выстроите системность, контролируйте, чем он занимается, контакты с тренером, наладьте отношения для того, чтобы совместно вести этого парня. И результат однозначно будет. Нету такого, вот увидел там сильного бойца, там талантливого и так далее. Зачастую талантливые дети бросают заниматься, потому что нет системности, нет там какого-то порядка и дисциплины. Понимаете, талантливые дети, они немножко распущены, немножко разбалованы, им легко все удается, и они никогда не достигают высот. Почему? Потому что они пытаются на этом выехать, они могут до поры до времени, до определенного уровня на этом проехаться, но когда нет системности, когда нет стабильности в тренировках и так далее, то они пролетают в самых таких неподходящих моментах. Поэтому любого ребенка, если медведя научили на велосипеде ездить, как вы думаете? Блин, ну так, бак. Система важлива, так. Системність, блин. Ну от якраз я і хотів запитати про те, що от думки розходяться насправді, що важливо в спорті. Одні кажуть, що талант – це 80% успіху і 20% – це ось ця система. На вашу думку, це так чи, можливо, трішки змінюється? 3% таланта, 97% усилий, да, системності. Нет, другого нет. Я это увидел за свою жизнь. Я воспитал 16 чемпионов мира и Европы. Так, так. Я был старшим тренером в многих странах. Я знаю, что это такое. Нету такого талантливого парня, он там красавец. Да, талант нужен, но нужен еще стержень. Но все вырабатывается, можно развиваться и добиться успеха. Просто нужно знать, как и куда мы ведем парня, куда мы ведем мальчика. Зачастую тренера просто тренируют детей, чтобы там набрать группу и так далее. Так. Да, поэтому нужно понимать родителям, что они хотят от своего ребенка. Если они хотят просто его отдать на какой-то вид спорта, чтобы он ходил, да, он будет так. ходить. А если они, они должны изучить там тренера, клуб, куда отдали, и с какой целью, и разговаривать с тренером. Если они видят парня какие-то там спортивные, потенциал, да, задатки, потенциал, если они видят, и тренер это подтверждает, то его можно вести. И опять-таки, каким путем тренер поведет бойца, от этого тоже много зависит. Есть тренера, которые там каждый месяц, там два раза в месяц их бросают на различные соревнования. Но это опять-таки, я с этим категорически, лично я не согласен. Парень должен быть таким голодным немножко к боям, он должен
ждать этот бой, он должен хотеть этот бой, он должен проситься на эти бои, на эти чемпионаты. А вот получается, с 8, с 10 лет до 15, 16 на всех соревнованиях выступают, дают там какие-то результаты, да, хорошие результаты при том. Но 16 лет он угасает, у него все проходит, и желаний нет, он думает, что он все подряд выиграл, а 16-18 лет начинаются основные соревнования. Это соревнования среди взрослых, где результат очень важен, где тебе присваивают там мастера спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта и так далее. Если уже заниматься, отдать какое-то время своей жизни спорту, то так давайте, чтобы имя было записано там в историю спорта страны. Ну, так. Я так понимаю. Да, знаете, я добавлю просто. Так во всем, неважно, где ты находишься, работаешь ты там где-то на кого-то, или бизнесмен, или какой ты путь выбрал. Усилия, усилия, усилия. Только упорный труд приводит к хорошему результату. Это и в спорте, и через спорт, понимаете, мы доносим вот это зерно, о котором мы говорим сегодня. Потому что через спорт ты понимаешь, что благодаря очень большому количеству труда ты получаешь хороший результат. То есть выигрываешь бои, допустим, да. Так. А если ты, например, в бизнесе находишься, то тебе нужно тоже пройти определенное количество упорного труда для того, чтобы сформировать компанию, которая будет находиться на хорошем уровне. И так же самое в работе. Если ты работаешь на какую-то компанию с сотрудником, неважно, там, грузчиком, доставщиком, кем бы ты ни был, если ты прилагаешь максимальное количество усилий, то ты становишься лучшим в какой-то момент. И наша задача — формировать всегда лучших. Вот, вот этих людей мы объединяем. Личность. Так, ну, от, до речі, також це важливо, що ви відмітили особистість, тому що, наскільки я знаю, серед професійних спортсменів важлива особистість, от саме людська. Чи це таке собі спірне досить питання? Личність. А, воспитання личності? Так. Ну, я вообще считаю, что мужчина, он – это личность. Вот он родился, он должен быть личностью. И меня… Ну, я родом с Дагестана. Вот, и для нас очень важно воспитание мальчика, особенно мужчину, мальчика. Девочек тем более важно, конечно. Но мы сейчас говорим, я занимаюсь воспитанием мальчиков, да, мужчин. Поэтому для нас это очень важно. И мы всегда должны создать вокруг каждого… каждого спортсмена, каждого мальчика, каждого мужчины, его, ну, его территорию, которую мы не должны заходить, его территорию, где он свободен, его территорию, где он может проявить себя как личность. То есть мы не должны его там постоянно, ты сегодня там, у тебя там, допустим, расписание выставили ему, ты сегодня вот это, вот это делаешь. Иногда мы должны спрашивать у него, что ты хочешь, как тебе это нравится. Ну, то есть... свободу даем, свободолюбивость, она уже впитывается, воспитывается с годами. Вот с двух лет, вот у нас у мусульман, как считается, вот с двух лет мальчик, он должен больше времени проводить с мужчинами, чем с женщинами. То есть не с мамой, не с бабушкой, не с нянькой, а именно, да потащи его туда, где твои друзья, потащи его туда, где мальчики, потащи его туда, куда ты ходишь, там ужинаешь или там идешь там с кем-то на встречу, ну пусть посидит там твой малой, даже если ему 2-3 года. Понимаете, ну поэтому... это очень важно. И личность воспитывается именно таким путем, такими примерами, таким поведением и воспитанием. Поэтому, допустим, каждый ребенок, который ко мне в зал приходит, я не знаю, вы когда, если придете ко мне, Макс, вы просто увидите. Они там не здороваются со мной, здравствуйте там и так далее. Они придут, вот как взрослый мужчина, вот пожмет руку, обнимет вот, меня. Это круто, вот так. Просто, да. Почему? Потому что я хочу, чтобы они научились этому. Я хочу, чтобы они не стеснялись, не, там, вот так вот руку не подавали, там, не боялись меня как тренера, а меня любили, обнимали со мной, вот так вот рядом разговаривали, рассказывали. То есть, ну, это очень долго и... Но я, например, свою культуру, свои традиции я пытаюсь нести вот там, где я нахожусь. Вот, элементарно сейчас на сборах находились очень много ребят, спортсменов, бои, они все устают. Но я им просто объяснил, ребята, вот я говорю, ну у нас так принято, когда вот взрослый или тренер, или там старший у вас человек стоит рядом с вами, ну не принято садиться, не принято там сидеть, лежать и так далее, там валяться. Я говорю, во всяком случае, когда вы подходите ко мне, я, хоть я старше вас, но я обязан просто встать, поздороваться, то есть находиться с вами, пока вы стоите. То есть я пытаюсь какие-то это нести, и мне было приятно, когда молодые ребята, спортсмены, ну... они все это понимают и воспринимают правильно. Но и их уважение ко мне, это же опять-таки меня призывает к тому, чтобы я их также уважал. Да, да. Это все взаимность, оно вот так вот растет, воспитывается. И, ну, как-то так, в общем. Я, Олексій, є що додати? Да ні, все сказано. Ну, ви знаєте, мені от реально приємно це інтерв'ю. Я кайфую от кожного моменту, тому що колись мені, так би мовити, ну, не внушили, але довели до моєї свідомості, що спорт, перш за все, це філософія. На вашу думку, це так?
Чи є тут якісь філософські моменти? Я, чесно скажу, я не сторонник того, щоб ідеалізувати там якісь моменти воспитання бойця, спортсмена, мужчину. Я вважаю, що воно просто оно на бытовому рівні має у нас відбуватися. Дома, во время, коли ми приймаємо пищу, коли ми где-то гуляем, где-то, понимаете, это все просто должно быть. Не идеализировать, не загружать, не там философские слова не использовать, а просто, все просто, вот во всем просто. Мы захотим что-то друг другу сказать, мы просто пообщаемся, мы захотим выпить воды или поесть мороженое. То есть во всем, мне кажется, все должно быть доступно, просто. И самое главное, чтобы мы уделяли внимание. Вот родители уделяли своим детям, дети уделяли родителям внимание, там друзья друг другу уделяли внимание. Но согласитесь, сегодня что происходит у нас? Родители с утра до ночи где-то заняты делами, бизнесом и так далее. Родители думают, что от того, что нанимают своим детям там 10 репетиторов, там английский, немецкий, там рисование, лепка и все остальное, они думают, что их дети будут воспитанными. Да нифига, они не будут воспитанными. Они будут, у них будет набор знаний каких-то там или навыков каких-то, но они не будут воспитаны, они не будут личностями, они будут просто... Они все знают, но при этом они не умеют это использовать, не умеют это преподносить, не умеют это показывать друзьям, кругу своем, семье своей. Понимаете, есть разобщенность просто, а это все объединение, воспитание, это вот в первую очередь отношения. Когда отец с сыном проводит какое-то время там, или мама там с дочкой и так далее. И, то есть общение, воспитание, ну оно такое, не философия, а немножко другое. Контакт, общение и пример, вот когда ты подаешь пример. Есть что-то даты? Да что тут говорить, знаете, просто хочется сказать, что единственное, что хочу добавить, вот в воспитании детей, вот у меня дочка, допустим, да, у Ахмата дети, вот сына скоро там хочу. Дети это на зерно, и вот можно напихать в ребенка много знаний, условно говоря, да, вот особенно когда в школе учатся люди, вот просто у него есть знания, но потом, когда он уже выходит в жизнь, у него эти знания, они ему не особо не помогают. А вот эти люди, которые из малообеспеченных семей, они знают, что такое ценность. Там, например, когда ты знания, ты учишь то, что тебе пригодится в жизни по факту. И вот в воспитании своих детей хочется внести вот эту ясность, когда ты передаешь, когда этот, тот же ребенок, сын, находится рядом с тобой. Я дочку очень часто беру на переговоры даже в офис, когда я там сижу, общаюсь по бизнесам своим, с топ-менеджерами. То есть я сажу ее просто за стол, и она слушает, о чем мы общаемся. Для того, чтобы у нее уже прививалось вот это развитие, да, чтобы она понимала, чем папа занимается, и чтобы у нее формировалось это видение. А когда ты просто как бы напичкиваешь, как вы сказали, да, там, учителями, репетиторами, то он с этими знаниями теряется. И когда он уже переходит в реальную жизнь, да, ему становится очень тяжело. Я когда был маленький, меня отец всегда с малых лет отправлял в лагеря. То есть, и когда там в первый раз меня в 5 лет отправили, то есть, понятное дело, там мне было страшно, но потом с каждым годом, с каждой сменой, я потом говорил, отправь меня на 3 смены. И когда я вырос, да, я начал уже ездить по странам, перемещаться, там служил, мне было очень легко отрываться от дома, адаптироваться. То есть это тоже навык, который передали через простой лагерь. И вот, наверное, хочется подчеркнуть, что мы с Ахматом хотим донести, что вкладывайте в своих детей правильную пищу, вкладывайте в своих детей правильное воспитание, отдавайте им свою любовь. І це прекрасно. Ви знаєте, друзі, я вам дуже дякую за це чудове інтерв'ю. Я ще раз представлю Ахмат Ахмедов, президент Всеукраїнської федерації К1. Дуже дякую за чудове інтерв'ю. Олексій Мазниченко, президент Федерації професійного кікбоксингу України К1. Дуже дякую. Друзі, ну що, я точно знаю, що ми зараз цим інтерв'ю замотивували вас і не просто замотивували, а чітко направили, куди потрібно сьогодні ввечері йти. Тобто до залу. До якого залу? Ви вже зрозуміли, куди йти і чим займатися. Дякуємо вам за перегляд цього відео, і ми раді, що ви завжди разом з нами. Мене звати Ангеліна Таран, і я обіцяю вам, що тут ще буде багато цікавого контенту. Україна впевнено крокує у світ онлайну, і ми не відстаємо. Переходимо на YouTube-канал «Правда тут», підписуємося, ставимо лайки і пишемо приємні коментарі. We'll be right back.